Второй заболевший коронавирусной инфекцией сейчас находится на лечении в больнице Сочи в изолированном боксе. Этот человек приехал в регион из Армении. В инфекционной больнице на лечении находится пациент с подтвержденным диагнозом. Диагноз подтвержден в Новосибирске, объединение «Вектор». Он один-единственный на настоящее время. Заболевание протекает в легкой форме. Вот, в настоящее время состояние удовлетворительное. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Круг контактов заболевших на территории Краснодарского края оперативно выявлен. Все, с кем они контактировали, сейчас находятся в изоляции под наблюдением медиков. И вот что в связи с этим заявил мэр Алексей Копайгородский. Уважаемые горожане и гости курорта, хочу вас заверить, что Сочи готов к ситуации, которая сложилась в стране и в мире. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева в нашем городе предприняты беспрецедентные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Школьники и воспитанники детских садов переведены на свободное посещение. Студенты занимаются дистанционно. Во всех транспортных узлах, в аэропорту, на железнодорожных вокзалах проводится профилактическая работа. Особое внимание уделено ежедневной уборке транспорта общего пользования. Сейчас важно усилить санитарный контроль на посту ПСОУ и МАГРИ. Эти меры уже предпринимаются. Все мероприятия свыше 100 человек в Сочи запрещены. На территории города подготовлено помещение для обсервации на 400 человек. Все граждане, которые контактировали с заболевшими, будут помещены на 14 дней карантина. В круглосуточном режиме работает оперативный городской штаб. Мы готовы ответить на все вопросы, которые беспокоят вас и члена вашей семьи. Телефон единой диспетчерской службы, где отвечает на запросы населения, 112. Вся команда действует сообща. Роспотребнадзора, медиками, всем правоохранительным блокам, руководителями транспортных узлов и всеми федеральными структурами. Ситуация находится под моим личным контролем. Буду в ежедневном режиме информировать вас об обстановке в нашем городе. Всю актуальную информацию о коронавирусе сочинцы могут получить на сайте администрации города. Там появился специальный раздел. Перейти на него можно через вкладку «Коронавирус. Актуальное», расположенную на главной странице.